Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из поселка Витязево, из лучшего заведения, которое работает в зимнее время. Называется оно «Пандок Кавказ», и здесь мой друг Артурио вас всех ждет. Ребята, всем солнечный привет из солнечного Витязева и Анапы. Всем хорошего настроения, здоровья, мира. Как-то вот так. Хочется сначала вам показать, как я вчера получил посылки от наших подписчиков. Всем огромнейший привет. Добрый вечер. Если вы узнали этого человека в одежде, конечно, будет прямо интересно. Они-то привыкли, что ты постоянно голышом практически так выходишь. Это Ашот. Для тех, кто не в курсе, человек, который меня научил купаться вообще, в принципе, в море зимой. Это рассказывает, я уже сам не купаюсь, да, сколько. И ты не купаешься. То есть, познакомились мы именно на пляже. Сейчас он работает руководителем фирмы доставки в город курорт Анапа, и мой подписчик из Питера непосредственно отправил к нам груз. Как там, посылочка дошла наша? Дошла, и привезем, куда тебе надо. Вот, вот так в вот. В тот пункт, куда тебе надо, все доставим, все тебе. Передай всем привет огромный, потому что люди скучают тоже по тебе. Всем привет, все будет хорошо. Дай бог. Не переживайте, всем хорошего настроения. От души. А вот этот человек стоит, его мама смотрит мой канал, да? Да, здравствуйте. Маме привет тоже можно передать. А теперь давай вам покажу, что там у нас, ребята, пришло. Вот она, посылочка наша. Дорогие друзья. Вот так вот запаковано все. Вот это генератор еще, ребята. Ну вот, собственно, мы его распаковали, ребятки. Это от шахтеров Кузбасса. Посылочка пришла. Регион 42. 7,2 киловатта. Дизельный генератор. Но самое важное, что нам его довезут до офиса, потому что я, честно, не представлял его размеры. То есть это я, это генератор, он огромный. Тоже наши подписчики от души. Помимо самого генератора, еще разнообразные там провода и приспособления. Мы их, как их доставить на Красную площадь, с вами уже непосредственно откроем и посмотрим. То есть, и вам, ребята, спасибо за то, что доставочку делаете для нас. Это тоже очень важно. Потому что, ну так, я думаю, приеду в машину, поставлю, мне в багажник даже не влезет. Вообще никуда не влезет. Это генератор еще, на самом деле. Еще одна посылочка, друзья, пришла с деком. ЖК «Черное море» приехал забирать ее. Пришла она из города Кингисепп. То есть ты откуда-то издалека, я так понимаю, тоже для наших солдат. Сейчас посмотрим, что там внутри. Без паспорта мне не выдают. Я что-то лоханулся, не взял с собой, но паспорт есть. Пойдем за ним. Я, кстати, с таким количеством пересечений границ, которые сейчас у меня, человеку, которого никогда не был за границей, у меня он даже не укладывается в обложку, поэтому все легко. Тут, казалось, мне 6 коробок пришло от двух разных людей. Вот эти две посылочки у нас пришли от Валентины Расулевны Худяковой из Кингисеппа. А вот эти три посылочки из Ростова пришли от Артура для наших солдат по списку. Те, которые были нужны вещи. Я к нему заехал на пару слов. Он говорит: брат, ну я тебя не отпущу, если ты не съешь сочный, мощный антрикотище. Это 100%, да? И смотрите, какая музыка играет под него. Ну, сейчас продегустируем и поедем съездим на море. А сегодня нас ждут еще распаковки посылок. Ух, ах, друзья, будет вкусно мне сейчас, походу. Вкусный должен быть шашлык? 100%. Слушай, опять эта музыка. И всегда под видео эта музыка играет, да? Пальмиса, люби островок. Приезжайте к нам, ребята, приходите к Артуру в гости обязательно. Я хочу еще похвалиться, что наконец-то у Артура появился кофе с собой. То есть именно из аппарата можно взять капучино, американо, и это на самом деле очень круто, потому что, видите, вот таких мест не так уж и много. Здесь можно еще и посидеть и съесть. Вот, кстати, хочу поблагодарить этого человека. Он готовит вкусные бургеры. Арут, тебе спасибо. Причем со своей котлетой понравился прям очень-очень. То есть из их говядины. Так что советую. Ну, ребята, пришли на обед покушать, потому что здесь еще и формат столовой помимо шашлыков есть. Так что, ребят, вкусно. От души делаю рекламу для своих друзей, потому что они всегда меня поддерживают. Вкусно кормят, а это самое главное, что еще любят и обнимают. Это у нас фея третья. Видите, здесь наши беженцы. Ходят, смотрят по сторонам, что здесь происходит. Машин, кстати, здесь стало меньше. Говорят, что разрешили ставить машинки непосредственно корпусом. Поэтому их тут стало поменьше. Это хорошо, на самом деле. Меньше создают здесь пробок. Но движуха, конечно, здесь очень большая. Можете увидеть, сколько народу вокруг, сколько машин. То есть, в основном, все это украинские номера. И вот люди шутят, говорят, представьте, вот с российскими бы номерами стояли сейчас машины на Украине, что бы с ними произошло. А вот так у нас настолько лояльные люди. Вот здесь вообще прям, слушайте,
столько народу, в основном одни дети. Наверное, куда-то на экскурсию собрались поехать. То есть вы сами увидели, да, какое количество людей. Каких-то новых эксцессов, в принципе, сейчас мы не слышим. Все тихо, спокойно. На это очень сильно надеемся. Надеемся, что люди, так сказать, приживутся, примут нашу культуру. Потому что 8 лет мы все-таки там говорили, что мы плохие. Но многие глаза открываются, и все меняется. Даже сейчас в сегменте украинского интернета это очень хорошо заметно. Здесь у нас гостевой проезд. Тоже вы видели, что все работает. Здесь какие-то работы в сквере на Джумате начались. Раскапывают что-то, почистили газон вокруг деревьев, что тоже очень хорошо. Здесь находятся самые центровые магазинчики, в которые все ходят. Это вот первый проезд. Тоже вот видите, молодежи очень много на остановках стоят, работают кофейни. Люди немножко жалуются на то, что есть места, возле которых собираются, это прям песня года, да, собираются огромное количество людей, и они выпивают. Вот хотелось бы нашим полиции попросить, чтобы они к ним, к этим местам присмотрелись. То камера отключается, то приходится отвечать на телефонные звонки постоянно. Тоже смотрите, дети, школьники. Здесь та же самая ситуация, огромное количество школьников, ну и беженцев. Мы с вами заедем на Уральский проезд сейчас и посмотрим, что вообще здесь происходит. О, здесь у нас вообще как бы столпотворение людей, которые сейчас, я так понимаю, что двигаются непосредственно все в школу. То есть, сами видите, да, что Джумате у нас теперь такой довольно-таки жестко населенный пункт. Столько людей здесь раньше никогда не было, если только в летний период. А сейчас круглогодично, потому что в основном все пансионаты стоят полные этих самых людей. Ну, еще раз говорю, тишина, спокойствие. Вот единственная последняя жалоба это на то, что ну, распитие спиртных напитков идет где-то за территорией пансионатов, возле каких-то остановочных пунктов. Особенно вот возле гостевого проезда жаловались по этому поводу. Фотографировали бутылки. Я тоже сам показывал Витязева. Но будем надеяться, что все-таки этот вопрос тоже решится. Можно попробовать отнестись с пониманием к тому, что у людей горе, они остались без домов и вот заливают, так сказать, свое горе. Потому что кто его знает, как бы мы себя вели на их месте. Это была у нас улица Морская. Мы сейчас с вами едем уже по улице Виноградной и двигаемся к первому проезду. Здесь частный сектор. В основном, ну, гостиницы частные. Вот, видите, уже замерзшая. Хотя уже плюс 3 градуса показывает. То есть синоптики сегодня не ошиблись, и температура растет. Завтра к нам уже придет потепление. Это тоже очень сильно радует. Знакомые места такие, да? То есть до боли. Улица Виноградная, пересечение с улицей Песчаный, первый проезд. Ну, по-разному просто называют, сам это первый проезд, а иногда просто звучит, что улица Песчаная, хотя она туда дальше. Вот так вот выглядят замерзшие лужи, хотя уже плюс 3, синоптики не ошиблись, и сегодняшняя температура совпадает. И здесь тоже много людей, которые прогуливаются и двигаются непосредственно к пляжу, что тоже очень хорошо. Снимают что-то. Здравствуй, морешка. Реальная красота, когда ты вот так вот из города еще шашлычная, 2 секундочки, и уже идешь на море. Вот. Ребята тоже, молодая пара с собачкой прогуливаются. Не знаю, правда, местные или приезжие, но идут на море. Как я обожаю солнышко. Это мой любимый аккумулятор. Сегодня, когда проснулся, ни одного облачка, я был просто счастлив, потому что, по-моему, 3 дня у нас была погода такая не очень. Сейчас просто красота. И удовольствие. Здравствуй, наши пляжи песчаные. Здравствуй, Джумате. Прекрасно и классно. Выглядит сейчас оно все вот именно так. Залитые солнышком пляжи и морюшка. Часто проскакивают в СМИ информация о том, что беженцы приходят наводить на пляжах наших порядок и участвуют, особенно те, которые проживают в Динамо-2. И действительно, выходишь на море, тут чистота и красота. Единственная печаль, что убрали мусорку. Здесь она была прям в тему, потому что можно было просто прогуливаться по берегу. Насобирал мусор и кинул его туда. Сейчас вы видите, что также боронят, как и летом, береговую линию, собирая наносной штормовой мусор. И это очень радует. Ты приходишь, чистый берег, чистое море. Это, мне кажется, лучшая реклама для города-курорта, которая только может быть. Приезжайте, отдыхайте, ребята. Дышите морским воздухом, наслаждайтесь. Вот сейчас ветер поддувает немножко с берега, но вот под тем забором там будет лето. Пришел на море, посмотрел. Кстати, давно не купался, наверное, надо сходить обязательно перед отъездом на свой искупаться. Может быть, также через баньку. Подумаю над этой темой. Прям честно хочется. Информация о море. Температура водички плюс. Ну, не буду юлить. Возле берега, короче.
она плюс 10, туда дальше от Ходжи будет плюс 13, потому что возле берега сейчас очень быстро остывает. Сейчас вот ветер от берега отжимной, и он отгоняет. Вода очень теплая. Он догоняет, короче, теплую воду, которая была, и приносит, наоборот, холодную. Из-за этого и в городе холодает. Сейчас ветер развернется, и все поменяется. Кстати, возможно, это была не последняя каталка, так как обещают, что на 29 число, возможно, будет юго-запад, и это катание на центральном пляже будет на кайте. Но главное успеть к этому времени вернуться. Ну, а теперь перемещаемся дальше. А в конце видео будет море. Насладиться им. Вот они дальше пошли. Красавцы, а. Ну, просто фантастика. Прийти, начать снимать, и тебе тут 20 дельфинов приходят. Вот они, красавцы, идут, а. Там, где солнышко, я так понимаю, что идет очень большая стая. То есть и здесь, и там идут понад берегом, понад второй мелью. Ищут рыбку. Шикарно. Слушайте, ну, видеть дельфинов, это прям вообще за счастье, особенно в это время года. Я рад, что вот такое бывает. Просто приехал, просто вот те дельфины. Классно же. Зимой. Хочется сказать о том, чтобы вы знали, что команда у нас большая. Одни у нас берут посылочки, такие как я. Кто-то ходит вот в пирамиду. Пирамиде, кстати, огромное спасибо. Это город Куратонапа, Анапское шоссе, за предоставленные скидки на товары. И покупают здесь товары для того, чтобы ребята обустраивали свой быт. Кстати, ни разу не был вот в этом месте, сад-огород, но меня как раз таки именно здесь Виктория ждет. Ребята, знакомьтесь, это Виктория. Вы уже видели ее у нас в роликах. Она сейчас расскажет, что мы берем непосредственно в пирамиде, в сад и огород. Всем добрый день. Мы команда «Время помогать людям». Мы сейчас уже начинаем работать по списку. Выкупаем для наших ребят такие подарки. Это необходимые средства, лопаты, ведра, электрические инструменты, лампочки. Очень много всего. Подбили весь тот список, который у нас был. Вышло, в общем, по сумме на 113 тысяч. Это со скидкой 21%. То, что я вам покажу на чеках, вы увидите, там основная сумма – это идет 15%, и потом еще 6% торговый дом «Пирамида». Благодарим за весь этот список, и особенно благодарим Викторию. То есть вот на 77 369 позиции оплачены. Надеюсь, что вам будет видно все, что мы брали. Вот это то, о чем я говорил, цена без скидки, это уже с 15% скидкой, а вторая накинута еще скидка 6%. Итого, вот этот чек у нас получился на 77 тысяч рублей, а этот чек на 35 тысяч рублей. Тут такая же система, как это работает. Итого 113 тысяч с небольшим, то куда деваются ваши деньги. Наше движение «Время помогать людям» благодарит торговый дом «Пирамида» за оказанную помощь, за предоставленную скидку. Ребята всегда являются нашими партнерами, спонсорами. На наши все списки откликаются и помогают. Спасибо большое торговому дому «Пирамида». У нас еще, кстати, параллельно идет одна закупочка. Мы к ней вернемся обратно, пока я приехал на наш пункт на Красной площади, которая находится по приему гуманитарной помощи, куда привез посылки, полученные мной. И сейчас мы сделаем распаковочку. Вот это все сейчас привез на пункт. Ну, вот это доставил Ашот ему, за что большое спасибо. Ни копейки денег не взял, Ашотик, от души благодарю вашей компании, спасибо большое. И вам тоже здравствуйте, наш волонтер на пункте. Это Кингисепп, две посылки у нас идет от Худяковой Валентины Расульевны. Это три посылки, которые я забирал от Ничуев Артур Владимирович, Ростов-на-Дону. Мы в эту одежду одевали Артурика, и сейчас вот мужчина прям, знаете, там умирает за то, чтобы его одежда никуда не пропала. Правда, верите, что Артур бы что-то солдатское себе оставил, он взял это, два дня в этом походил, перестирал все, принес на пункт, и вы как просили, можете прийти и забрать себе обратно и пользоваться. Говорится, не переживать, что там какой-то мужчина спас себе жизнь, не замерз. Вот здесь 5 мешочков и сам генератор от шахтеров с Кузбасса. Юр, хорошо, разбери там эти мешки, посмотри там мелочевка, там к освещению всему такому, там прожектора, потом посмотришь все внимательно. Дизель-генератор надо плюс-минус на аккумуляторную батарею одеть, это было снято, и залить солярку. Солярку полностью сливали с баком. Он пустой, потому что транспортная компания не принимает с полным топливным баком, и если подключен аккумулятор. Сбоку там приделаны на изоленту щечки для ручного стартера дизель-генератора. Но эти щечки, как бы, еще раз повторюсь, он не новый, да, генератор. Поэтому ребята сказали, что просто их не устанавливали. Заводили его с аккумулятора, стартером заводили. Не с ручным стартером, а стартером. Поэтому там, если есть умельцы, кто может, там пускают, ремонтируют этот узел, чтобы ребятам отправить уже в исправленном состоянии. Ну, как говорят, там просто эти щечки нужно в механизм поставить. Вот, я попросил сделать вот такую надпись, чтобы ни в коем случае никуда он
оно не делось и досталось обратно вам. Мы подготавливать к запуску его не будем, потому что нам его также надо транспортировать, и оставляем его ровно в таком виде, в котором он к нам поступил. Ну, единственное, что расскажем же солдатам непосредственно, что надо бы с ним выполнить. Шахтерам Кузбассу, 42-й регион, от души спасибо огромное за поддержку, за помощь, за то, что вы вкладываетесь в наше дело просто невероятными силами. И вообще каждому человеку, который потратил там, просто сделал репост. И самое важное, поделитесь в нашем видео, в нашей работе с другими людьми. Может быть, найдутся те, у кого есть и финансы, и те, у кого есть возможности помогать нашим солдатам. Не обязательно, чтобы именно вы помогли, но вы можете нажать на кнопочку «Поделиться» и разослать всем своим друзьям, попросить присоединиться к нашему действу. Пишите комментарии обязательно под видео, и также жду вас подписчика, ребятки. Особенно в Телеграм. Вот смотрите, Телеграм написан на экране. Это важно, потому что YouTube с таким контентом 100% могут забанить. Я даже в этом больше чем уверен, потому что нам противостоит весь мир. Здесь это просто временная платформа для размещения, потому что наше движение заканчиваться не собирается. В общем, давайте распакуем Кингисепп. Прошу прощения, Кингисепп называются эти посылки. Я после озона замучился распаковывать. Здесь вроде бы полегче с посылочками. И как раз сразу их будут ставить на приход. Также у нас в Телеграм-канале публикуются постоянно все те наши жители, которые приходят, приносят какие-либо вещи для наших солдат. Им за это тоже огромное спасибо. И в телеге я вас всегда публикую. О, у нас здесь, смотрите, какая красота. Термобелье трикотажное, мужское, спортивное. Прям классное качество. Спасибо большое. Хорошая, размер XXL. Говядина тушеная. Мясная ферма. Окорок по-домашнему, тоже мясная ферма. Скотч. Скотч, честно, нужен всегда. Упаковочный материал, это очень важно и нужно. Вот такие вот конфетки. Шарлиз. Я просто... Шарлиз. Очень вкусно, мне не нравится. Вот, видите, хорошо, что есть, кто может прокомментировать, потому что я стараюсь сладкое не есть. Печеньки. Так вот видно будет тоже. Еще печенье. Вот это, наверное, мое самое любимое. Слободка сахарная. Еще термобелье. Два комплекта. То есть итого 4 комплекта термобелья только пришло. Слушайте, у нас прям по списку закат. Перчаточки. Еще одна окорок по-домашнему. Открываем следующий. Слушайте, у нас заказ был тоже на стельки. 3 упаковочки. Это очень важная такая сейчас тема. Нательное более теплое мужское белье. Второй комплект. Такое же, да? Получается. Либо чуть-чуть фирма другая, потому что чуть цвет меняется. Наверное, чуть тоньше, чем это. Да, это чуть-чуть более тонко. 6 комплектов пришло. Очки. Тоже очень важно для солдат, когда они находятся именно в зоне боевых действий, чтобы при каких-то там вот рядом, ну, где-то взрыв произошел, что-то осыпается, в глаза не попадало. Ну и от осколков. Вологодские молочные продукты, то есть офигенная сгущенка, конфетки, 2 Ролтона, больше, посмотрите, 5 Ролтонов. Корона, майский чай, так, слушайте, здесь есть письмо, перчатки теплые, и они какие-то там с утеплением. Слушайте, вот за такое тоже, думаю, солдаты скажут спасибо. Да, мыло. Это очень важно. Мы уже с вами отвыкли от применения мыла в повседневной жизни, а оно действительно используется и очень важно. Смотрите. Вообще огонь. Ну, правда, это шапка на СУ. Я не думаю, что будет прям классно, потому что видно ее будет прям очень сильно, но она очень теплая. Она будет просто очень привлекать внимание. Лучше всего использовать какие-то темные, либо зелененькие тона. Вот, допустим, черненькие, прям вообще хорошо. Вот видите, еще 3 шапочки. Тут я хожу такой самый приметный. Когда туда приезжаешь, там лучше видят тебя, крепче спишь, называется. Носочки, носки теплые. 10 пар. Прорезиненные строительные перчатки. То есть и еще такие же теплые, как до этого. Доставал. Это для рук. Сибур. Футболки. Еще футболочка. Еще футболочки. Русич. Московская звезда. Футболка однотонная. Больших размеров. Конфетки. Слушайте, я прям устал распаковывать. Кальсоны 2 штуки, размер 54, 56, 48, 50. Спасибо, что подписываете, потому что потом девочкам на сортировке будет гораздо легче работать. Да. Какие качественные балаклавки. То есть, смотрите, ну, здесь тут написано 20 штук. Это даже не балаклава, правильно называется, подшлемники. Тоже спасибо большое. Вашу посылочку мы разобрали. Я не дочитал письмо, что тут написано.
Давайте попробуем. Здравствуйте, дорогие наши герои. Слушайте, это солдатам письмо. Я думаю, что мы им передадим, чтобы ребята прочитали. Спасибо большое. И я постараюсь уже в видеоотчете сделать прочтение этого письма. От Артура из Ростова посылка. То есть он по списку помогал нам. Это вязальная проволока. Гвоздь 150-ка. Вот такой вот. Гвоздик мягкий 404 на 100. Ножовки, молотки, топоры, пассатижи, уголки, петли, веревка, шпагат, замки, батарейки, карабины, полотна. Мы тоже частично докупили, но как бы лишним не будет. Артур, огромное спасибо. Молоток хороший, топор отличный. Бечевка, карабинчики. Надо мне тоже карабинчик размутить. Это для того, чтобы у тебя висело, тебя могли, если что, ты прицепился и вытащить. Молоток. Еще два молотка. Шпагат. Два топора. Еще один топор. Две пилы. Еще две пилы. Пассатижи. 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 Двое бокорезов. Еще двое пассатиж. Это замки навесные. Петли. Здесь петли. И просто для шкафчиков, чтобы открывать. И разный набор уголковых петель. Еще одни пассатижи. Еще один замок. Полотна для пил. И еще батареечки. Дорогой Артур, огромное спасибо тебе от души. Благодарю за помощь. От шахтеров из Кузбасса. Я сразу возьму рядышком мешок, чтобы перекладывать. Я потому что знаю, что в принципе пришло. 50 ватт это подсветка для окопов, чтобы непосредственно, видите, они не только генератор прислали, но и возможности подключения. Мама на вилку. Здесь клемники. Клемники, клемники. Маленький прожектор. Переноска. Lexman тоже хорошая, в принципе, фирма. Отвертка, чтобы это собирать. У нас был заказ как раз-таки на лампочки, чтобы обычные подключать. Клемники, чтобы это просто не скручивать, а можно было собирать именно так. Еще один маленький прожектор. Слушайте, ну мы прям отлично поможем ребятам. Вилка. Здесь изолента, еще один прожектор. Скотч, изолента, еще одна отвертка, еще один прожектор. Вилка, изолента, цоколь, клемники, цоколь, цоколь. Две изоленты, еще одна отвертка, еще один цоколь. Тамама под вилку, еще одна переносочка, клемники. Включить прям очень многих к этим. Вот еще одни мамы, папы, изолента, переноска. Еще один прожектор. То есть, ну, прям, это то, что действительно вот по электричеству важно, да, непосредственно будет ребятам, чтобы осветить свои окопы. И помимо этого, вот еще переноски дадут возможность подключения их бытовых приборов. То есть, все, мешок перебрали. Здесь в основном наполнение именно такое, которое мы и озвучили. Вот такая канистра с лейкой на 5 литров. И здесь три бухты кабеля. Это по-гостовски 3 на 1,5 идет. То есть, причем он идет не одножильный, а многожильный кабель. Его хватит мощности, чтобы запитать, наверное, там несколько лесополос. Здесь его получается 300 метров этого кабеля. Здравствуйте. Так что вот такие дела. Шахтерам Кузбасса низкий поклон. И вообще всем, кто помогает нашим солдатам, огромное спасибо большое за вашу, как говорится, работу и вклад в нашу победу. От души мы едем дальше. Мы сейчас находимся возле ЖК Бельведер. Здесь вот такой вот есть гипермаркет. Идем на второй этаж. Это уже один, наверное, четвертый магазин, который сегодня Алина посещает и пытается найти все то, что надо для наших солдат. Но хочу показать, здесь у нас новый ЗАГС. Я его, кстати, ни разу не снимал. Раньше, когда был прям упоротым фотографом, когда занимался в основном только фотосъемкой, не был блогером, я бы уже раз 1000 его снял. В общем, интересная территория, надо будет походить, как-нибудь поглядеть, что здесь есть интересно. Ну ладно, вернемся к помощи нашим солдатам. Кстати, море здесь рядышком, тоже уже солнышко садится, идем на второй этаж. Очередные страшные цены. Вот в одном магазине Алина ездила, поездила, по другим вообще ничего нету. И здесь вот я ей предложил съездить в магазин, который как раз тут на втором этаже и находится. Модикет называется. Здесь нам сделали 10% скидки почти, там было 57 с копейками, но в итоге у нас получилось 56 тысяч 16 рублей мы потратили вот на вот это. То есть это по заказу у нас в списке сапоги, теплая обувь вообще идет, которая идет вот такая вот спинкой. То есть они офигенные сапоги тем, что в них ноги не промерзают. Я общался с солдатами, которые ходят непосредственно вот во всяких там фирменных ловах и так далее. Ноги в них замерзают, потому что там утеплителя нет. Это не теплые сапоги. А вот сейчас вот время пришло такое, когда вот это самое актуальное для наших солдат обувь. Их и особо не жалко стоимость, Алина, скажи, какая? 1400.
То есть по 1400 вот такие вот сапоги. Причем качество у них довольно-таки неплохое. Вот ты покажи то, что и подошва. О, я даже ее сломать особо не могу. Она плотная, хорошая. Не гнется, это очень важно. Я помню, как Алина учила, как правильно выбирать нам правильные сапоги. То есть подошва должна быть хорошая, чтобы от любого там стекла или чего-либо они не продавались. Мягкий, но здесь зато подъем хороший. Угу. То есть вот это вот место, когда нога засовывается, здесь немножко уже, чем здесь. Поэтому, ну, разные ноги у ребят, поэтому разные сапоги. В общем, Алина уже сколько катается? Где-то часа три, да, по магазинам? Да. Это вообще кошмар. Вот в Анапе нашли только в одном магазине. Спасибо, что о нем еще мало знают. Вот так вот. И здесь у ребят большущий выбор. Я как-то у них снимал рекламу. Ну вот, видите, потихонечку люди приходят, покупают. Это было еще на открытии. Вот сейчас они работают уже в полном объеме. Хорошо, что про них вспомнили, приехали и все, закупились. Эх, за что люблю я Анапу? За то, что в любой момент ты можешь оказаться в море. Взял с собой кофе. И пошел смотреть на закат. Это просто фантастика, друзья. Котики бегают. Красота. Крыски. Привет вам. И самый главный вид на море. Шикарно при этом. Это 40 лет Победы спуск. А вот новая площадка стадиона ни разу так и не был. После ее запуска надо будет как-нибудь поразгуляться. Внизу рыбаки. Вот рыбку. Это Юрина гора называется. Вот эта вершина. Красота. Вот эта вот лысая гора в эту сторону пошла. Как он вид, друзья. Но это все еще вот так вот. С морем под кофе. Кайф. Ты мой рай. Единственное, вот смотришь вниз, блин. Думаю, что за свиньи рядом с тобой живут, но в основном только красота. О, кошка. Толстенькая такая, классная. Уже зовет своих котят. Котят там пошли домой, но котята домой явно не хотят. Но если вы думаете, что на этом сегодняшний день закончен, то у нас еще на склад надо все перевести и начинать сортировку к отъезду, готовиться. Так что спасибо каждому, кто помогает своими средствами. Кстати, вот сейчас еще перевел 42 900 на рации. 20 штук Баофенг заказываем, которые должны успеть прийти тоже к дате нашего отъезда, потому что у нас по списку тоже имеется. Итого 42 плюс 56 и плюс 113. Посчитайте, дамы и господа, сколько денег просто потрачено только из тех средств, которые вы переводили мне за сегодня. Уже не берем там сейчас говорить о том, что нам на бензин как минимум надо. Там еще дофига всего разного по списку. То, что там покупалось со счета. Допустим, просто я покупаю только то, что можно по чекам подтвердить покупки. Если вдруг там придет прокуратура, чтобы можно было рассказать, куда тратились приходящие средства на СВО. Потому что я так понимаю, что отчет он важен, как мне правильно написали, и поэтому те вопросы, вот, которые я не могу закрыть, допустим, 30 горок с садовода, а там чеков нету, их покупает там ЗАСП непосредственно со средств фонда. То есть там его вопрос, он если что сможет эти деньги как бы закрыть, вернуть, у меня таких средств нету, чтобы возвращать, поэтому я только все четко по чекам, за что могу отчитаться. Так что ваши средства всегда тратятся только на нужные для наших солдат вещи, дорогие друзья. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Я надеюсь, что благодаря консолидации всех нас вместе мы сможем принести гораздо больше пользы в общее дело. И дай Бог, чтобы в скорейшем времени настало мирное время и было только море, солнце. Хотелось бы сказать песок, но здесь камушки, да, друзья мои? Только его самый важный голосок звучал для каждого из вас. И приезжать, и отдыхать. То, знаете, мы вот в это время обычно обсуждали те моменты, кто куда поедет отдыхать в этом году. А сейчас мы говорим только про войну. Можно отрешиться как бы от этого, от всего. То есть махнуть рукой и сказать, вот море, красота. Но еще раз говорю, до мобилизации все было по-другому. И в голове, и в сердце. Сейчас
Это касается уже очень много семей в нашей стране. И я думаю, что дальше идти надо. Единственное, прошу, вот пьяные женщины, пожалуйста, не звоните мне. Сегодня был такой прецедент, звонок. Прямо я с дочкой сидел, я всем отвечать стараюсь сейчас на все звонки. И немножечко там разговор был с матами, а тут рядом дочь. Я, несмотря на то, что там что бы то ни было, я баню таких звонящих, потому что это, ну, прям печально. Я все понимаю эмоции, друзья. Я видел очень многое и тоже могу эмоционально быть. Но я взял себя в руки, перестал материться, а здесь еще и рядом дети находятся. Поэтому, пожалуйста, если у вас прям прет, так сказать, очень сильно, то я в плане того эмоциональном, напишите лучше WhatsApp, и я отвечу и на все ваши, как говорится, вопросы, и пойму ваши все эмоциональные выпады. Хотя, ну, мат сказать легче, чем написать. В письме он практически никогда не используется. Ну, а давайте теперь немножко море из Джиматем. На этом мы попрощаемся сегодня с вами. Уже поеду заканчивать, помогать. Друзья мои, какая красота. Хочется выразиться, но не буду. Можно и так продолжать наблюдать.